Скоро день Святого Валентина, и вы не знаете, что подарить своей девушке. Мы вам предложим хороший вариант. Что ты хочешь? Плеер Samsung? О, какое совпадение! Сегодня мы про него расскажем. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, и это выпуск лаборатории О. Что, серьезно, да, плеер хочешь? Сегодня мы рассмотрим плеер Samsung U3 8 гигабайт белого цвета. Дисплей у плеера цветной, 2,2 дюйма, разрешением 320 на 240 точек. Плеер может читать видео форматов MPEG 4, SVI и WMV. Причем видео можно не конвертировать. Вы можете слушать музыку на этом плеере практически двое суток без подзарядки, 45 часов. И кроме того, он читает форматы FLAC, OGG, MP3 и WMA. Диктофон записывает файлы в формате MP3. В плеере имеется FM-тюнер с поддержкой функции RDS. Еще вы можете просматривать картинки, как я уже показывал в начале ролика, в формате JPEG. Еще что приятно, плеер поддерживает текстовые файлы в формате TXT. Рассмотрим плеер внешне. Внизу находится навигационная клавиша. И знаете, что приятно, что вот эта вот рамка розовая, она алюминиевая, металлическая. И внизу находится разъем для наушников, микрофон и USB. В комплектацию входят наушники, инструкция с гарантийным талоном и USB-провод. И в заключение, дорогие девушки, вы можете подарить такой плеер своему молодому человеку. Нет, не конкретно вот этот белый и розовый. У нас в магазинах имеется точно такой же плеер, но в черно-белом корпусе. С вами была лаборатория ИОН. До новых встреч!